седьмой. Данилитиевас восьмой. Юдакис девятый. Безикорновас опасно. Вот по флангу совершил полузащитник молдавской команды. 17 номер — это Эдуард Банди. И нацеленная передача в глубину штрафной площади. Мне кажется, что отличился Сергей Даду, которого, по-моему, все запомнили по предыдущим матчам. Высокорослый, мощный нападающий. Да, это он забивает очередной гол на этом турнире. Футболист вообще, который произвел очень сильное впечатление. Это его четвертый мяч в четырех матчах. Но я думаю, что о молдавской команде мы, Глеб, подробнее поговорим. Вот такое достаточно неожиданное начало. Ну, в каком... Тархнишвили, опасно может быть. Хорошая передача в центр. Даду, один на один выход, и вот 1-0. Шериф выходит вперед. Очень хорошую атаку провели сейчас футболисты Шерифа. У меня ощущение было, что опять пытались искусственный офсайд сделать туркменские футболисты. Во всяком случае, достаточно быстро защитники выходили вперед. Ну вот, мы смотрим, как здорово Даду мяч обработал, и здорово пробиты первого тайма уже, собственно, 45-я минута кончилась, но Шериф успел провести еще одну атаку, и вот за считанные минуты, наверное, будем говорить, потому что только что резервный арбитр поднял табличку с цифрой 2, это значит, что 47 минут будет сыграно в первом тайме. Так вот, успел этим временем Шериф воспользоваться, и после передачи слева Даду головой направил мяч в сетку. Давайте еще раз смотреть, как это произошло. Не успел Клименко, пошел на перехват этого мяча. Давайте еще раз смотреть передачу, естественно, сделал ее Вадим Борец. И два и повязкой он, Анисичкин, можно его считать и вторым форвардом. А выдвинутый вперед нападающий — это 10 номер Рустам Садыков. Именно он забил первый ответный гол в ворота Шерифа. Но это третий мяч молдавской команды. Что опять Даду забил, я так понимаю. Ну вот ежедневно кто-то из молдавской команды отмечается хет-триком. Посмотрите, какой хороший удар с развороту. И здесь, конечно, никаких шансов у Клименко не было. Опять Борец делает передачу. Уже устал я его передачу считать. Слишком много их. И однозначно, что этому показателю именно он сейчас...
trimis însă înapoi lateral, bine zis, pentru Cebotar, care se afla într-o zonă liberă. Acum Kovalciuc, Dadu, gol! Dadu! Dadu! 1-0 pentru Moldova! Ce aproximativ 6.000 de spectatori în delir! Sergiu Dadu, care l-a iertat pe Tumilovici în primele minute ale meciului, a înscris pentru 1-0 gol Dadu! Un jucător la fel nervos ca și portarul Tumilovici. Iată, în sfârșit avem și golul, superb gol realizat de Sergei Dadu.